страны и все, что вижу. Устрою свет и пение птиц я слышу. Да, это ты. Сам проливаешь дождь, растишь цветы. Вдохнул свой дух, и сердце застучало. Да, это ты. Сомненье, творец вселенной ты. Это ты. И когда глаза я открываю, вижу, что ты вокруг меня. Вижу,
Царь, царей, и Господь, Господь.
Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наш всемогущий Бог воцарился. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Скажем то в сердце, чтобы тут была Божья слава,
Мы должны, как церкви, забыть обиды одна церковь на другую. Ибо в Слове Божьем написано: «И смирится народ мой», то есть народ Божий. И мы должны смириться, чтобы тут чудеса Божьи были, и покаяться. И давайте просто скажем: «Господи, прости меня, прости мою церковь, что мы неправильно думали о своих братьях и сестрах. И мы просим Тебя, Господи, исцели нашу землю, дай покаяние, дай церкви служить другой церкви, чтоб великая церковь помогала малой церкви и финансами, и прославлением. Рыбы хватит для всех. Еще раз приветствуем мужа Божьего, Карлоса Анаконде. Да пребудут Божьи благословения на нем. Да пребудет сила Божья. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Сколько человек верит, что Иисус Христос сегодня с нами этим вечером? Аллилуйя. 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 Иисус здесь с нами сегодня. Потому что Он обещал. Он сказал: где двое или трое собираются во имя Мое, я буду среди них. Иисус сегодня с нами здесь. И ты здесь. Потому что Иисус привел тебя. Аминь. Сегодня вечером мы провозгласим Иисуса как единственная дорога, чтобы прийти к Богу. Он сегодня с нами здесь. И я спрошу вас: сколько из вас хочет жить от славы к большей славе, от победы к большей победе? Эта книга, инструкция Божья, Библия, она учит нас. Я сегодня прочитаю место из Писания, которое написано в Иов, 1 глава, 8 стих. Y vamos a leerlo. Y мы прочитаем. Y por sobre todas las cosas, sepamos que para que sepamos que para que todo nos vaya bien, чтобы мы знали, чтобы все было хорошо, es necesario obedecer a Dios. Это необходимость послушаться Богу. Y dice este pasaje de la Biblia. И Библия говорит в этом месте: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Никогда не отходит сия книга закона от уст твоих. Sino que de día y de noche meditarás en él. Но день и ночь размышляй. Иисус Навин, 1 глава. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Чтобы ты сохранил в точности все, что здесь написано. Porque entonces harás prosperar tu camino. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Y todo te saldrá bien. И будешь поступать благоразумно. En este libro, la Biblia, в этой книге Библии, tenemos las instrucciones de Dios, есть инструкция Бога, para vivir una vida abundante en la tierra, чтобы жить на земле счастливой жизнью. Para que si nosotros obedecemos lo que Dios dice, если мы послушаемся тому, что говорит Бог, tomaremos buenas decisiones, принимаем правильные решения, porque las malas decisiones, потому что плохие решения, traen tristeza, приносят печаль, angustia, разочарование, depresión, депрессию. Но правильные, хорошие решения приносят радость, приносят жизнь, приносят надежду. Поэтому это важно, чтобы мы читали эту книгу и шли за ней, жили согласно учению Божьему. Бог сегодня вечером Он хочет говорить в нашей жизни. Я хочу что-то сказать.
Quizás usted hoy diga, ¿por qué estoy aquí? Может быть, ты думаешь, почему я здесь? Yo le voy a decir. Я тебе скажу. Muchos creerán que vinieron por necesidad. Многие думают, что вы пришли из-за проблемы. Otros estarán aquí. Кто-то находится здесь, porque los invitaron. Потому что вас пригласили. Prácticamente se encuentran, digamos, obligados. Может быть, чтобы вы просто исполнили и вас пригласили, и вы пришли по ней, по их причине. Vinieron porque quieren oír la palabra de Dios. Может быть, кто-то пришел и хочет услышать Слово Божье. Pero yo voy a decirte, но я говорю вам, tú estás aquí, ты здесь, porque Jesús te trajo. Потому что Иисус привел тебя. Porque él vio tus lágrimas. Потому что Он видел твои слезы. Él sabe de tu dolor. Он знает твою боль. Él sabe de tu aflicción. Он знает твои нужды. Él sabe que lo necesitas. Он знает, что ты нуждаешься. Y él te trajo hoy. И Он привел тебя сегодня. Чтобы ты открыл свои уши и услышал предназначение Бога. Сегодня мир поднимает свои глаза к небу и говорит: почему? Почему? Почему Бог? Столько боли. Почему у меня проигрыш в жизни? Я по всему миру езжу. И всегда меня спрашивают один и тот же вопрос. Почему столько боли? Почему столько болезней? Почему столько разочарований? И есть только один ответ. Потому что повернулись спиной к Богу. Поэтому есть боль и страдания. Но какое есть предназначение Бога? Есть обещание Бога для всех тех, кто здесь. И знаете, какое есть предложение Бога? Вернись ко мне, и я вернусь к тебе. Это обещание Бога. Если ты можешь вернуться к Богу, Бог вернется к тебе. Vamos a leer un pasaje de la escritura. Давайте прочитаем место из Писания. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, 7 глава, 11 стих. ¿Cuántos trajeron Biblia? Сколько принесли Библии с собой? Bueno, si no la trajo, atesore en su corazón esta palabra. Если нет, то открой просто свое сердце для этого слова. Y dice la Biblia. И Библия говорит. Aconteció un día que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, когда же он приблизился к городским воротам, и aquí que llevaban a enterrar a un difunto, тут выносили умершего, hijo único de su madre, la cual era viuda, единственного сына у матери, и она была вдова. Y había con ella mucha gente de la ciudad. И много народа шло с нею из города. Y cuando el Señor la vio, и увидев ее Господь, se compadeció de ella, сжалился над нею, y le dijo, no llores. И сказал ей: не плачь. Acercándose tocó el féretro. И подошел, прикоснулся к одру. Y los que lo llevaban se detuvieron. Несшие остановились. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. И он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Мертвый. Y lo dio a su madre. Мертвый поднялся, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Dice la Biblia. Библия говорит. En este pasaje. В этом месте. Que Jesús, что Иисус, llegaba a la ciudad de Naín. Пришел в город Наин. Imagínatelo. Представьте. Imagínate la multitud que llegaba a la ciudad de Naín. Представьте множество народа, которое шло из города Наин. ¿Cómo venía esa multitud? Как шли эти люди? Cantando, aplaudiendo. Они шли. Levantaba las manos. Поднимали руки. Gritaba. Кричали. Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor. Благословен грядущий во имя Господне. La multitud venía alegre y feliz. Люди шли, множество народов шли счастливые и веселые. Porque la vida venía en medio de ellos. Потому что посередине них шла жизнь. Jesús venía en medio de la multitud. Иисус шел вместе с ними. Muchos fueron sanados. Многие были исцелены. Recibieron milagros. Получили исцеление. Y comenzaron a seguir a Jesús en el camino. И начали идти за Иисусом по этой дороге.
Salieron los dos discípulos de la ciudad, los que él enviaba siempre antes de llegar a una ciudad. Выходили два ученика из города, которые раньше пришли в этот город. Salieron los discípulos enviados por Jesús. Выходили ученики, которых пригласил Иисус. A la puerta de la ciudad. И в дверях города. Dijeron, maestro. Сказали, учитель. La ciudad de Naín está conmovida. Город Наин, он в движении. Saca los enfermos a las calles. Выносят больных на улицы. Hay gran algarabía en la ciudad. Есть большой шум в городе. Maestro, te están esperando. Учитель, тебя ждут там. Una multitud había detrás de Jesús. А сзади Иисуса шло также множество народа. Y una multitud lo esperaba en Naín. И множество народа ждали его в городе. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Благословенный грядущий во имя Господне. Había alegría en la gente. Была радость у людей. Y Jesús venía en medio de ellos. И Иисус шел посередине. Pero cuando Jesús iba entrando a la ciudad, Но когда Иисус входил в город, se detuvo. Он встретился. Jesús se detuvo. Он остановился. Y fue en dirección y пошел в другую сторону a un numeroso grupo de personas к определенной группе людей que salían de la ciudad de Naín, которые выходили из города Наин y en medio de esa multitud, и посередине этих людей había una mujer llorando. Была женщина, плачущая женщина. Había una mujer llorando. Была женщина, которая плакала. Jesús. Иисус. Dejó, digamos, la fiesta. Оставил праздник. Dejó la algarabía. Оставил веселье. Porque vio una mujer. Потому что он увидел эту женщину плачущую. Quizás hoy tú estés aquí. Может быть, ты сегодня здесь. Con tu corazón herido. С твоим больным сердцем. Con fracasos en tu vida. С твоими проигрышами в жизни. Allí salía una mujer. Там выходила женщина. Que había perdido a su único hijo. Которая потеряла единственного сына. Y era viuda. И она была вдова. Y había quedado sola en la vida. И она осталась одна в жизни. Su esposo había muerto. Ее муж умер. Ahora su único hijo. Теперь ее единственный сын. Ella venía desesperada, llorando. Она шла без всякой надежды уже по жизни. Seguramente diría, ¿para qué voy a seguir viviendo? И, возможно, она думала, зачем мне жить? ¿Cuánta gente hay en el mundo? Сколько людей в мире? Que quiere suicidarse. Которые хотят покончить с собой. Porque no tiene esperanza. Которых не имеют надежды. Todo se ha derrumbado en su vida. Все разрушено в жизни. Pero Jesús. Но Иисус увидел ее слезы. Он также видит твои. Он также знает твои проигрыши. Он знает твою боль. Что у тебя больше нет силы идти дальше. Поэтому ты здесь сегодня. Потому что Иисус видел твои слезы. Потому что Он знает твою боль. Это не случайно, что ты здесь. Бог имеет подарок для тебя. Он сегодня здесь с нами. Чтобы сказать тебе, как он сказал той женщине. Женщина, не плачь. Как мне не плакать? Как мне не плакать? Мой муж умер. Печальное прошлое. Мой единственный сын. Горькое настоящее. И впереди меня темное будущее. ¿Qué será de mí ahora? Что будет со мной сейчас? ¿Qué será de mí ahora? Что со мной будет сейчас? ¿Cómo sigo adelante? Как мне идти вперед? Quizás pensaba en el suicidio. Может быть, ты думал уже о самоубийстве. Nada tenía. У тебя ничего нет. Que la retengan la tierra. Земля, как прогнившая земля. Le daba lo mismo vivir que morir. Мне лучше умереть, чем жить. Pero allí estaba Jesús. Но вот там есть Иисус. Esta multitud que salía llorando. Эти люди, которые выходили плача. No iba a aplaudir. Они шли, не хлопая в ладоши. Они шли, не поднимали руки свои. Люди, которые шли в город, да, они были счастливыми. Но люди, которые выходили, они не были счастливы. Они плакали. Потому что посередине них шла смерть. Как мы можем хлопать? Si estamos tristes. Если мы печальны. ¿Cómo podemos cantar? Как мы можем петь? Si nos ha derrumbado todo en la vida. Если все разрушено в жизни. Hoy en este lugar. Сегодня на этом месте. Se repite la misma historia. Повторяется эта же история. Entre nosotros hay gente muy feliz. Между нами есть люди, которые очень счастливы. Que dan ganas de saltar de alegría. Которые прыгают в радости. De aplaudir. Они хлопают в ладоши. Hosanna. Они кричат «Осанна!» Благословен грядущий во имя Господне. Pero sabes? Но знаете, Hay otros que no pueden aplaudir. Есть другие, которые не могут сегодня хлопать в ладоши. Porque está en su corazón herido. Потому что их сердца больны, ранены. Porque está sufriendo. Потому что они страдают. ¿Qué determina? Что определяет? La tristeza o la alegría? Печаль или радость? ¿Qué la determina? Что определяет? Las circunstancias. Это обстоятельства, que tú estás viviendo, в которых ты живешь. Determina que te sientes triste o alegre.
они определяют, ты счастлив или ты печальный. Но я тебе хочу сказать что-то. Даже если ты страдаешь, ты печальный, tristes, ты в горечи, enfermos, больной. Yo quiero decir que en esta noche aquí, я хочу тебе сказать, сегодня вечером здесь alguien, есть кто-то, minuto, который в одну минуту может изменить твою печаль в радость. Твою болезнь, здоровье, безнадегу в надежду. Надежду. De Nazaret está aquí con Иисус nosotros. Из Назарета сегодня здесь вместе с нами. Аллилуйя! Аллилуйя! Он изменит боль в здоровье, la tristeza, la alegría, печаль в радость, la desesperanza, la esperanza. Безнадежность в надежду. Por eso Jesús le dijo, mujer, no llore. Поэтому Иисус сказал женщине, не плачь, no llore. Не плачь. Ese Jesús está aquí hoy. Этот Иисус здесь сегодня. Y te dice, no estés triste. И Он говорит, не будь печальным. No baje los brazos. Не опускай руки. No pienses que todo está perdido. Не думай, что все потеряно. Hay un camino de retorno. Есть дорога возвращения. Ese camino se llama Jesucristo. И эта дорога называется Иисус Христос. Él está con los brazos abiertos. Он с открытыми руками. Porque él vio tus lágrimas. Потому что Он видел твою печаль, él твои слезы. Sabe de tu dolor. Он знает твою боль. Él conoce tu fracaso. Он знает твои неудачи. Padre, madre, отец, сын. Joven, niño, esposo, молодой ребенок, жена, муж. Dale la oportunidad a Jesús. Дай возможность Иисусу. Dale una oportunidad a Jesús. Дай возможность Иисусу. Para que él pueda transformar la tristeza. Чтобы Он мог изменить твою печаль. La desesperanza en esperanza. Безнадежность в надежду. Quizás estás viviendo una vida sin sentido. Может быть, ты сегодня живешь жизнью без смысла. Sin propósito. Без предназначения. Simplemente estás. Просто живешь. Jesús quiere darle un propósito. Иисус хочет дать тебе предназначение. Y un sentido a tu vida. И дать тебе смысл жизни. Pero debes rendirte totalmente a él. Но ты должен полностью отдаться Ему. Para no tener que decir más, ¿por qué? Для того, чтобы ты больше никогда не говорил, почему? ¿Por qué tanto dolor? Почему столько боли? ¿Por qué tanto fracaso? Почему столько проигрышей в жизни? Hoy tiene la respuesta. Он имеет ответ. Una promesa de Dios. Обещание от Бога. Aunque tú le hayas dado la espalda a Dios. Даже ты, то, что ты повернулся спиной, aunque te hayas alejado de Dios. Даже если то, что ты отошел от Бога, Él igual te ama. Он все равно любит тебя. Él te ama. Он любит тебя. Él no quiere tu dolor. Он не хочет твоей боли. Él no quiere tus lágrimas. Он не хочет твоих слез. Él está con los brazos abiertos. Он с открытыми руками ждет тебя. Та mujer salía de Naí. Как та женщина в Наине. Для нее жизнь была закончена. У нее уже не было смысла жизни. Уже не было чувства в жизни. Знаете, сколько миллион мужчин и женщин на земле, которые не имеют смысла в жизни? Как очень важно выйти на улицу, сказать людям, если в твоей жизни нет смысла, если у тебя нет предназначения в жизни, Иисус из Назарета, Он говорит, приди ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Здесь Иисус Христос сегодня вечером, чтобы твоя жизнь больше не была без смысла. Una vida sin propósito. Жизнь без смысла, así без предназначения. Estaba, там, и там был гроб. Aquí la mujer llorando. И вот здесь эта женщина плачет. Y Jesús detuvo el cortejo fúnebre. И Иисус detuvo el cortejo fúnebre. И он подошел, он коснулся одра. Así se detuvieron. Он так прикоснулся. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Не знали, никто не знал, что произойдет. La multitud que venía entrando a Naín. Люди, которые выходили в город, dejó de aplaudir y cantar. Выходили из города, они перестали хлопать. Silencio. И стала тишина, наступила тишина. Algo estaba por ocurrir. Потому что что-то должно было произойти. Jesús detuvo el cortejo fúnebre. Иисус подошел и коснулся. Así estaba la vida. Вот так вот есть жизнь. Frente a él, la muerte. А перед ним стояла смерть. La vida y la muerte. Жизнь и смерть встретились.
Allí estaba la mujer llorando. И там была эта плачущая женщина. Había una multitud que salía de Naín llorando. Множество народа выходило из города плачущими. Algo estaba por ocurrir. Что-то должно было произойти. La vida y la muerte. Жизнь и смерть. Siempre se enfrentan. Они всегда встречаются. Como si fueran dos gladiadores. Как будто два гладиатора. Esperando aceptar el golpe final de la victoria. Ожидая, что сейчас будет последняя битва за победу. Y Jesús tendió la mano caliente de la vida. Иисус простер горячую руку жизни. Y toma la mano fría de la muerte. И взял холодную руку смерти. La mano del dolor. Руку болезни. Así tomó la mano. Вот так взял руку. De la muerte. Этой смерти. Y así le dijo. И сказал там. Joven. Юноша. A ti te digo. Говорю тебе. Levántate. Встань. Y el joven. И юноша. Abrió sus ojos. Открыл свои глаза к жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Где твое жало, смерть? Где твоя победа? Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Те, кто поверит в меня, мертвые воскреснут и будут жить. Много раз. Города, как вот этот. Когда выключается свет в городе. Когда звуки моторов сесса. Когда заглушают двигатели. Когда уже больше никто не движется по городу. Вот там мы находимся. Многие из нас. Проливая свои слезы. Говоря, я больше не могу. Нету силы. Город спит. Pero muchos de nosotros no dormimos. Но многие из нас мы не спим. Porque el fracaso, la derrota, la amargura, la tristeza. Потому что горечь, печаль, разочарование, разруха. Ha golpeado nuestra vida, nuestra casa. Разрушают наши жизни, наши дома. Y así en ese momento. И сегодня в этот момент. Cuando lágrimas ruedan por nuestras mejillas. Когда слезы текут по нашим щекам. Hay alguien que está allí. Есть кто-то здесь. Y ese alguien es Jesús. И этот кто-то, это Иисус. Y yo quiero decirte que él vio tus lágrimas. Я хочу тебе сказать, Он видел твои слезы. Yo quiero decirte que él sabe de tu fracaso. Я хочу сказать тебе, что Он знает твои неудачи. Que él sabe de tu dolor. Он знает твою боль. Que nada es oculto a él. Отдай это все Ему. Por eso estás aquí hoy. Поэтому Он сейчас здесь. Он послал ангелов, чтобы ты пришел сегодня. Может быть, у тебя были трудности, но ты пришел, потому что Он тебя любит. Говоря об Иисусе, который любит людей, мы говорим об Иисусе, который вышел навстречу людям. Библия говорит, что Он... Есть места в Библии, где говорится, что люди падали возле Него. И толкали Его. И Он был между ними. Потому что Иисус — это Иисус людей. Он сегодня здесь. Для чего? Для того, чтобы ты мог встретиться с Ним. Чтобы... Una religión hueca y vacía. Чтобы ты оставил религию смерти и пустоты. Jesús Cristo no es una religión. Иисус Христос это не религия. Jesús Cristo es la vida. Иисус это жизнь. El Hijo de Dios encarnado. Он сын вечного Бога. El que vino a la tierra. Который пришел на землю. A reconciliarnos con Dios. Чтобы примирить с Богом. Аллилуйя. Чтобы примирить нас с Богом. Por eso él no quiere las lágrimas. Поэтому он не хочет видеть слезы. Por eso te digo, no llores. Поэтому я говорю тебе, не плачь. Jesús está aquí. Иисус здесь. Y él vio tus lágrimas. И Он видел твои слезы. Ya no más. Не надо больше. Ya no más. Больше не надо. Yo he visto los milagros de Jesús. Чудеса Иисуса. Multiplicarse. Они будут умножаться. Un día estaba en una ciudad en Argentina. Однажды я был в одном городе в Аргентине. Y había una mujer como la viuda de Naín. И была одна женщина, как вот эта женщина в Наине, у которой был сын, у него был церебральный паралич. Ему было 8 месяцев. Имел церебральный паралич. И атрофия мускулар. И атрофированные мускулы. Solamente vivía. Просто жил. Con el respirador artificial. С маской. Si no, если нет, то он бы просто умер. La mujer vivía llorando.
И женщина пришла и плакала. Pero ella no quería saber nada con Dios. Но она ничего не хотела знать no о Боге. Она не верила, ей был неинтересный Бог. Estábamos en una campaña como esta. И у нас была такая кампания, как вот здесь сейчас. La mujer pasó a 100 metros. И женщина в 100 метров стояла. Ella no tenía interés en oír hablar de Dios. Ей было неинтересно говорить о Боге. Pero iba llorando. Но она шла и плакала. Y de pronto cayó como fulminada al piso. И она умерла, как мертвая, на пол. Y los colaboradores la vieron. И соработники увидели. Inmediatamente la levantaron. И ее подняли сразу. Y fue a la carpa. И повели ее в палатку. Que tenemos en todas las cruzadas. Которую мы имеем на всех crusades. Ahí la llevaron entre cuatro varones a la mujer y la introdujeron en la carpa. Четыре мужчины несли ее в эту палатку. Cuando la mujer despertó. Когда женщина пришла в себя. Estaba en una carpa. Она находится в палатке. Que le hablaban de Jesús. И ей говорили об Иисусе. Que le decían que Jesús la amaba. И говорили, что Иисус ее любит. La tranquilizaron. Успокоили ее. Ella estaba desesperada. Она была разочарована. Cuando le oraron, la bendijeron. Когда ее, за нее помолились и помазали, женщина вышла. Y se mezcló entre la gente. И стала между людьми. Ahí entre la gente, como ustedes. Как вы сейчас здесь. Ella escuchó decir, она услышала. Yo estaba predicando este mismo mensaje. И я говорил именно об этом же самом месте. Mujer, no llores. Женщина, не плачь. Mujer, no llores. Женщина, не плачь. Y ahí estaba la mujer. И эта женщина там y стояла. Decía, ¿cómo no voy a llorar? И она говорит, как я не буду плакать. Mi hijo vive por un respirador. Мой сын живет только за счет Mi этой маски. Hijo. Это мой единственный сын. Она была одна в этой жизни. И ее муж бросил. И вот эта женщина. Но потом. Я когда я сказал, Бог привел тебя, чтобы вернуть тебе то, что ты потеряла. И она начала плакать. И плакать, и плакать. Она плакала с надеждой. Una esperanza, с надеждой, que Dios podía hacer algo. Которую, что, за то, что Бог может сделать что-то. Habitualmente yo termino las reuniones y me bajo de la plataforma. Обычно я заканчиваю и схожу с платформы. Para orar por toda la gente. Чтобы молиться за всех людей. No solo oro de la plataforma. Не просто с платформы молюсь. Sino bajo aquí. Но спускаюсь сюда вниз. Y voy a orar por cada uno de ustedes, si я буду сегодня молиться за каждого из вас, если вы хотите. Yo no estoy de vacaciones aquí. Я здесь не в отпуск приехал. Yo vine por ustedes. Я приехал для вас. Para darle lo que Dios quiere darle. Чтобы дать то, что Бог хочет дать. Cuando llegó el momento de la oración, и когда пришел момент молитвы, pasó la mujer, вышла женщина y lloraba. И плакала. Y yo la agarro de los hombros. И я ее взял за плечи. Y digo, ¿por qué llora? Я говорю, почему ты плачешь? Mi hijo мой сын, tiene muerte cerebral. У него церебральный паралич. No hay esperanza. Нет надежды. No abre los ojos. Не открывает глаза. No habla nada. Не говорит ничего. Y ahí estaba. И вот она там. Y ella me dice, и она мне говорит, ¿cómo no voy a llorar? Как мне не плакать? Y yo le dije, por algo Jesús lo trajo. Я trajo. Сказал, Иисус почему-то привел тебя сюда. Entonces, oré por ella. И я помолился за нее. Y sentí de decirle, и почувствовал сказать ей, я сказал, в свое время Бог сделает чудо. Y la mujer se fue. И женщина ушла. Revivió la esperanza. С воскресшей надеждой. La esperanza quizás tú no tengas. Может быть, у тебя нет надежды. Le revivió la esperanza. Но она оживает. ¿Sabe cuántos años duró esa esperanza? Знаете, сколько лет эта надежда жила? 13 años. 13 лет. Que el niño siguió con respirador artificial. 13 лет этот ребенок жил таким путем. Его отвезли в Буэнос-Айрес. Había crecido. Он вырос. Деформado. Деформированным. Pues tenía atrofia muscular también. Были атрофированы кости, мышцы. Estaba todo torcido. Был весь перекрученный. La madre a su lado. И рядом мама. Iba 3 veces por semana. 3 раза в неделю. Para estar con su hijo. Приезжала, чтобы быть с ним. Y lloraba. И плакала. Tomaba la mano de aquel hijo. Tomaba la mano de aquel hijo. Брала руку своего сына. El cual nunca le había tomado la mano a la mamá. Которую никогда... Nunca había tomado el hijo la mano de su madre. Которую никогда не держала, как мать. Porque él nunca movió sus manos. Потому что он никогда не двигал свои руки. Pies. Ни ноги. Ni nunca abrió sus ojos. Никогда не открывал свои глаза. 13 años. 13 лет. Al lado del hijo. Рядом с сыном. Ese día vinieron 3 médicos. В этот день 3 медика посмотрели. ¿Qué le dijeron? И что сказали? ¿Sabes qué le dijeron? Знаете, что сказали? Venimos a desconectar a tu hijo. Мы пришли, чтобы desconectar. Sí, a desconectar.
a sacarle el respirador artificial. Мы пришли, чтобы снять, забрать у него эту маску. Por sí mismo no podía respirar. Потому что он уже не мог и там дышать. Quiere decir que era el final. И сказать, что это уже конец. Y le dijeron, déjalo dormir. И сказали, просто пусть он уснет. Llegó el momento. Пришел момент. Los médicos entraron para sacarle el respirador artificial. Зашли врачи, чтобы забрать эту маску, в которой он дышал. Científicamente el niño tenía que morir. И по идее ребенок должен был умереть. No respiraba por sus medios. Он не дышал собственными легкими. Salió corriendo. И они вышли. Al patio salió corriendo. Вышел в садик, вышел на улицу. Y comenzó a llorar. И начала плакать. Y a decirle, hace 13 años. И говорит, 13 лет. Dios. Бог. Tú me dijiste. Ты мне сказал. Que mi hijo. Что мой сын. Iba a ser sanado. Будет исцелен. Y lloraba. И плакала. Y estaba llorando. И плакала. Y reclamándole la promesa a Dios. И провозглашала, говорила обещания эти Божьи. Dice que su corazón le latía. И она говорит, что ее сердце так сильно стучало, que la ensordecía. Что начала, que la ensordecía el latido de su propio corazón. Что она начала терять, перестала слышать, потеряла слух. De pronto sintió que alguien venía gritando. И потом услышала, что кто-то кричит. Era el médico. Это был врач. Le dijo, mujer, сказал, женщина, le sacamos el respirador a tu hijo. Мы убрали эту маску от твоего abrió сына. Los ojos. Он открыл глаза. Está respirando por sus medios. Он сам дышит. Se estaba sacudiendo. Он начал дергаться. Estaba начал шевелиться и выпрямляться. ¿Quieres saber el resultado final? Знаете, какой конечный результат? El resultado final. Конечный результат. Está aquí en un libro. Здесь вот в книге есть. No solo abrió sus ojos, не только открыл глаза. Sino que también movió sus manos y respiraba. Но также начал дышать и шевелить руками. Por sus propios medios. Своей силой. Los médicos estaban petrificados. Врачи говорили, en sus manuales no había respuesta para esto. Говорили, что в своих записях, что нету ответа на это, не могут объяснить. Ese fue el día más feliz de mi vida. Это был самый счастливый день моей жизни. Pero ignoraba todas las cosas maravillosas que Jesús seguiría haciendo a largo de los 6 años. И благодарила Бога за все то, что Бог сделал за эти годы в ее жизни. Hoy Marcos tiene 20 años. Сегодня этому парню Марку 20 лет. Es un joven totalmente normal. Это полностью нормальный молодой человек. La movilidad de su cuerpo es total. Его тело полностью нормально движется. Puede ver. Может видеть. Puede oír. Может слышать. Estudia. Изучать. Trabaja. Работать. Y sirve al Señor. И служит Господу. Y sirve al Señor en la música en la iglesia. И служит Господу в музыкальном Totalmente инструменте в церкви. Recuperado por el poder de Jesucristo. Полностью восстановлен силой Иисуса Христа. Аллилуйя! Jesús puede resucitar la ilusión. Бог может воскресить мечту. Puede revivir la esperanza. Нужно жить в этой надежде. Él lo hace. Он делает это. Por eso estás aquí. Поэтому ты здесь. Pero sabes qué es lo importante? Но знаете, что важно? Rendir nuestro corazón a Dios. Отдать наши сердца Богу. Probar nuestro corazón delante de sus ojos. Раскрыть наши сердца перед Его глазами. Si no estamos conforme al corazón de Dios. И если мы не будем в сердце перед сердцем Божьим, pidamos perdón, прося прощения, para reconciliarnos con Dios, чтобы примириться с Богом, y Dios va a intervenir, и Бог, чтобы Бог вошел, y Dios va a intervenir, и Бог войдет, pero es necesario, но есть необходимость, como dice la palabra, как говорит слово, volvernos a Dios, вернитесь к Богу, para que Dios se vuelva a nosotros, чтобы Бог вернулся к вам. Para que Dios se ocupe de tu vida. Чтобы Бог позаботился о твоей жизни. Para que las cosas viejas pasen. Чтобы старые вещи прошли. Y puedan ser todas hechas nuevas. И чтобы стало все новым. Es necesario rendirnos totalmente a Dios. Есть необходимость отдаться полностью Богу. Y la esperanza revivirá. И надежда оживет. Y resucitará la ilusión. И воскреснут мечты. Y podemos nosotros esperar. И мы можем ожидать. Que Dios transforme todas las cosas en nuestra vida. Что Бог изменит все вещи в нашей жизни. Porque Él está aquí. Потому что Он здесь. Para decirte, no llores. Говоря, не плачь. No estés triste. Не будь печальным. No todo está perdido. Не все потеряно. Mujer, женщина. Hay un camino de retorno. Есть дорога возвращения. Varón, мужчина. Hay un camino de retorno. Есть дорога возвращения. Joven,
Молодой человек, Jesucristo es la respuesta para tu vida. Иисус Христос есть ответ для твоей жизни. Abuela, abuelo, es posible. Бабушка, дедушка, это возможно. Начать новую жизнь. Es posible. Это возможно. Si nosotros estamos dispuestos. Если мы готовы. A venir al altar con un corazón limpio. Чтобы прийти к алтарю с открытым сердцем. Rendido para Dios. Отдаваясь Богу. Y decirle, Dios, и сказать, Бог, me rindo. Я отдаю себя. Me rindo a tu amor. Я отдаю себя твоей любви. Me rindo a ti, Señor. Я отдаю себя тебе. Me rindo totalmente. Я отдаю себя полностью. Te pido perdón. Я прошу прощения por mis errores. За мои ошибки. И грехи. Я нуждаюсь, чтобы надежда воскресла в моей жизни. Я хочу вернуть все то, что все мечты, которые были потеряны. Я хочу, чтобы все новое, старое стало новым. Он немного просит. Только чтобы ты отдал свое сердце. Для тех, кто пришел первый раз, у вас есть возможность. А те, которых мы уже знаем, и может быть ты отошел, Бог говорит, вернись ко мне. Я люблю тебя. Я восстановлю. Я жду тебя. Y aquellos que necesiten un cambio en su vida. И о тех, кто нуждают, которым нужны изменения necesiten в жизни. Que Dios le devuelva la esperanza. Ты ожидаешь, чтобы пришла надежда в твою жизнь. Y la ilusión que has perdido. И мечты, которые ты потерял. Tienen la oportunidad de Dios. Сегодня есть возможность. En esta tarde-noche tienen la oportunidad de Dios. Сегодня вечером у тебя есть возможность. Si tú necesitas ese milagro. Если ты нуждаешься в этом чуде. Comenzar una vida nueva. Начать новую жизнь. Realmente vivir. Или жить. De la mano de nuestro Señor Jesús. В руках нашего Господа Иисуса. Debes tomar una decisión. Тебе нужно принять решение. Él te espera. Он тебя ждет. Él te espera. Он тебя ждет. Él está aquí delante ahora. Он сегодня здесь впереди. Diríamos con la mano tendida. Мы идем с с простертыми руками. ¿Sabes las veces que Jesús me tendió la mano a mí? Знаете, сколько раз Иисус простирал руки ко мне? Muchas veces. Много раз. Y yo siempre seguía de largo. И я всегда убегал. Pero él siempre tenía la mano tendida. Но он всегда имел простертую Pero руку. Un día estaba angustiado. Но однажды я был такой печальный. Y necesitaba ayuda. И нуждался в помощи. Y la mano estaba tendida. И рука была протянута. Y recuerdo que me detuve. И я помню, когда он взял меня. Y tomé la mano de Jesús. И я взял руку его. Y le dije, te necesito. И сказал, я нуждаюсь в тебе. Y él me dijo, las cosas viejas pasaron. И он сказал, древнее все прошло. Caminemos juntos. Пойдем вместе. Solamente me dijo, caminemos juntos. Он только сказал мне, пойдем вместе. Caminar con Jesús. Это хорошо идти с Иисусом. Eso es maravilloso. Это прекрасно. Caminemos juntos. Пойдем вместе. Las cosas viejas pasarán. Древнее прошло. Y todas serán hechas nuevas. И все теперь будет новым. Pasaron ya como 35 años. Уже прошло 35 лет. Y aquí estoy. И вот я здесь. Siento aún el calor de la mano de Jesús en mi mano. Я чувствую руку Иисуса здесь. Él no me ha soltado. Он меня не отпустил. Y nunca nos va a soltar. И никогда не отпустит. Simplemente. Только просто aquellos que necesiten tomarse la mano de Jesús. Для тех, кто нуждается, чтобы взяться за руку Иисуса. И вернуть надежду, которую ты потерял. Мечту, которую ты уже не имеешь. Боль, которую ты имеешь. Él está aquí. Он здесь. Si tú quieres venir al altar. Если ты хочешь прийти к алтарю. Yo te invito a que levantes tu mano. Я прошу, чтобы ты попрошу, чтобы ты поднял свою руку. Levanta tu mano. Подними свою руку. Levántala. Подними ее. Подними ее. Si tú quieres venir aquí al altar con Jesús. Если ты хочешь прийти к алтарю к Иисусу, levanta. Подними свою руку. Tenla en alto. Подними, держи ее высоко. No la bajes, no la bajes. Не опускай. Ni aunque te diga lo que te diga alguien que está a tu lado. Даже чтобы тебе не говорили, кто рядом с тобой. Jesús te ama, levanta tu mano. Иисус тебя любит, подними si свою руку. Если ты нуждаешься, si necesitas, если ты нуждаешься, que Dios en esta noche haga algo en tu vida. Чтобы Бог что-то сделал в твоей жизни. Ven. Приди. Pero ven en el camino diciéndole, te necesito, Jesús. Но иди в этой дороге, говоря, ну, Иисус, я нуждаюсь в тебе. Venga para aquí, venga. Приходите сюда, кто поднял руки. Venga para aquí. Приходите сюда. Venga a buscar la bendición de Dios. Придите и найдите venga благословение Божье. Приходите сегодня вечером. Venga a buscar los regalos del cielo. Приходите к открытым небесам. Pero ven y dile, Jesús, perdóname. Но идя, говори, Иисус, прости Perdona меня. Mis errores. Прости мои ошибки. Perdona mis equivocaciones, Dios. Прости, в чем я шел неправильно, Бог. Мои неудачи, Бог. Ven hablando con Dios.
Иди и говори с Богом. Говори, что ты нуждаешься в Нем. Говори, что ты нуждаешься в Нем. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, приди в мою жизнь. У меня нет силы больше идти вперед. Закрой свои глаза. Посмотри на Него. Посмотри на Него. Бабушка, дедушка. Но закрой свои глаза и скажи: у меня нет силы. У меня нет силы идти и сражаться, Бог. У меня нет силы, Бог. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Приблизьтесь, не, подходите, не оставайтесь далеки. Придите получить благословение. Закройте ваши глаза. Посмотрите глазами вашей души на Спасителя. Он сейчас здесь между нами. Он сейчас с нами здесь. Он тебя сейчас зовет. Потому что видел твои слезы, мама. Он видел твои слезы, отец. Бабушка, он видел твои слезы. Говори. Скажи ему, что с тобой произошло. Что нуждаешься. Говори ему. Если ты хочешь кричать: Иисус, помоги мне, кричи. Никто не удивится. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Нет силы идти вперед с борьбой. Помоги мне, Бог. Иисус, нуждаюсь в Тебе. Моя жизнь, Господь, это жизнь боли, неудачи. Господь, я хочу все изменить. Говори, говори, говори с Богом. Иисус сейчас между нами. Он сейчас здесь, здесь, здесь. Он здесь, сейчас, здесь. Он здесь, рука Бога. Здесь Иисус рядом с тобой. Святой Бог. Святой Бог. Здесь Иисус. Он рядом с тобой. Позволь, чтобы Он коснулся тебя. Позволь, чтобы Он коснулся тебя. Скажи: Господь, нуждаюсь в Тебе. Нуждаюсь, Бог. Господь, прости мои грехи сейчас. Прости мои грехи, Бог. Прости мои грехи, Бог. Прости меня, Иисус. Войди в мою жизнь, Бог. Наполни меня собой, Иисус. Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Прости меня. Мои ошибки. Мои неудачи. Господь, войди в мою жизнь и руководи в моей жизни. Да, Иисус. Приди в мое сердце, Господь. Я отдаю себя. Я отдаю себя. Я отдаю себя Тебе, Господь. На всю мою жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Господь, я хочу изменить. Я хочу изменений. Нуждаюсь в изменениях. Начать новую жизнь. Новую жизнь. Новую жизнь. Чтобы цепи разрушились. Чтобы проклятия ушли. Рука Божья сейчас здесь с нами. Здесь рука Божья. Закройте глаза сейчас. Разрушают цепи сейчас. Разрушают цепи сейчас. Закройте глаза. Закройте глаза. Закройте глаза. Вот рука Божья. Вот рука Божья. Разрушает цепи. Вот рука Божья. Закройте свои глаза. Закройте глаза. Здесь рука Бога. Разрушаются цепи. Сейчас. Слушай меня. Слушай меня, сатана, дьявол. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Уходи.
вон, вон сейчас, во имя Иисуса Христа из Назарета. Во имя Иисуса, закройте глаза, закройте глаза, закройте глаза. Рука Божья здесь, 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 здесь. Падают цепи сейчас, сейчас, сейчас. Вон дьявол, вон сатана. Разрушаются цепи, разрушаются проклятия сейчас, 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 сейчас. Вот рука Бога. Здесь рука Бога. Дьявол, сатана. Пришло твое время. Ненависть и зла. Дьявол в ненависти. Вон сатана сейчас. Вон сейчас. Оставь жизни сейчас. Оставь жизни сейчас. Оставь жизни сейчас. Рука Божья сейчас касается твоей жизни. Рука Бога касается твоей жизни. Бог касается, касается. Разрушаются цепи. Разрушаются цепи. Вот, вот разрушается. Вот разрушается. Оставь сейчас. Оставь дьявол сейчас. Оставь. Оставь. Оставь! Оставь! Сейчас быстро, быстро санитары! Санитары, быстро! Вот рука Божья! Вот рука Божья! Касается! Вот рука Божья касается! Разрушает цепи сейчас! Оставь, сатана! Оставь сейчас! Уходи! 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 Дух ненависти! Сейчас ты уходишь! Ты уходишь сейчас! Дух! Дух ненависти, непрощения, вон сатана сейчас, Бог касается сейчас, Бог касается сейчас тебя, касается, падает, 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 разрушается сейчас, разрушается проклятие, дьявол оставь, сатана оставь, оставь, оставь сейчас, разрушаются цепи, разрушаются цепи сейчас, разрушаются проклятия, вот Бог касается, Бог касается, Бог касается, касается, Бог касается, коснись, 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 разрушаются колена. Дьявол, пришло твое время. Сатана, пришло твое время. Пришло твое время. Сейчас. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Разрушаются цепи. Разрушаются цепи сейчас. Во имя Иисуса Христа. Вот рука Бога. Да, о Господь, Господь между нами, закройте глаза, не открывайте глаза, дух самоубийства, дух самоубийства, вон, вон, дух смерти, уходи сейчас, дух смерти, уходи сейчас, вон, вон, во имя Иисуса Христа из Назарета. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Дух смерти, уходи сейчас. Уходишь сейчас. Твоей силой, Бог. Быстренько санитар вот там. Вот, 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 вот. Вот, Бог касается. Касайся. Сейчас. Сейчас. Разрушаются цепи. Дьявол, сатана, пришло твое время. Закройте глаза сейчас. Дух смерти. Дух волшебства. Дух колдовства. Сейчас ты уходишь. Вон! Дух колдовства вон! Дух колдовства вон! Оставь сейчас! Оставь сейчас! Оставь сейчас! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Быстренько, быстренько, санитары. Бог касается сейчас. Закройте глаза. Вот, 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 дьявол. Ты, я запрещаю. Я изгоняю тебя, дьявол. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Твоим словом, Господь. Сейчас, Господь. Дух депрессии. Дух депрессии. Я повелеваю тебе убраться вон. Сейчас. Вон. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Твоим словом, Бог. Через твое слово. Через твое слово, Бог. Твоим словом, Бог. Дух эпилепсии. Дух эпилепсии. Вон. Уходи сейчас. Уходи сейчас. Уходи сейчас. Вон.
Fuera. Вон. Fuera. Вон. Fuera. Вон. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Во имя Иисуса. Бог касается. Бог продолжает касаться. Разрушаются цепи. Господь, ты сказал, что темницы откроются. Закройте, пожалуйста, глаза. Позвольте, чтобы Бог коснулся. Пусть Бог сейчас будет касаться. Позвольте, чтобы Бог касался. Не переживайте за тех, кто падает. Санитары о них позаботятся. Не переживайте. Не переживайте. Вот здесь Иисус. Иисус. Положи руку на свое сердце. Положи руку на свое сердце. И скажи Иисусу. Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе. Войди в мою жизнь. Навсегда. Навсегда. Я хочу быть с Тобой. Каждый день моей жизни. Каждый день моей жизни. Каждый день моей жизни. Научай меня, Господь, ходить с Тобою. Я хочу наслаждаться Твоими благословениями. От Твоей помощи. Амен. Амен. И амен. Дайте большие аплодисменты Господу Иисусу. Я хочу сказать, те люди, которых унесли, о них позаботятся, не переживайте. О них позаботятся. Сейчас мы будем молиться. И послушайте, как это. Внимательно послушайте. Я сейчас буду молиться за больных. Я буду молиться за больных. И потом я сойду с платформы. Я буду молиться за каждого из вас. И переводчик. И будет слушать, что вы говорите. Я буду именно за вашу проблему молиться. Но сейчас за всех я сначала помолюсь. Если вам нужно чудо от Иисуса, придите. Не оставайтесь далеко. Если вам нужно чудо от Иисуса, придите сюда. Будем молиться. Чтобы Бог положил руку на твою жизнь. Есть у нас наставники. Для тех, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Кто пришел первый раз. Поднимите свою руку вверх. Как можно выше. Пожалуйста, поднимите как можно выше. Кто первый раз отдал свою жизнь Богу. Пожалуйста, держите высоко. Держите высоко. А те, которые сегодня примирились, вернулись к Богу, вы отступили и теперь примирились опять. Тоже поднимите руку свою. Если вы сегодня примирились с Богом снова, и вы отступили, поднимите руку тоже. Сейчас к вам подойдут люди. Они быстро подойдут к вам и запишут ваши имена. Я хочу увести ваши имена с собой в Буэнос-Айрес. Чтобы мы с нашими людьми молились за вас. Поэтому, пожалуйста, держите ваши руки высоко и к вам подойдут. Пожалуйста, запишите, наставники. Поднимите руку. Сейчас поднимите руку те, кто первый раз примирился с Богом и кто восстановил свои отношения. Пожалуйста, войдите, наставники, и записывайте. Записывайте. Одну минуту. Сильное объятие Господа и сильный поцелуй от Господа для всех вас. Принимай, потому что это приходит со всей любовью от Господа. Небо для тебя. Храни это.
это благословение от Господа. Él me dijo que lo haga. Он сказал, чтобы я сделал это. Todas las veces que las almas vengan al altar. Всегда, когда души приходят к алтарю, он говорит мне, дай поцелуй один и объятия. И скажи им, что я люблю их для всех вас. Господь сказал мне, скажи им, что Он их любит. Пожалуйста, поднимите высоко руки, пока вас не записали. Руки вверх, пожалуйста, поднимите. Те, кто кого не записали, пусть рука будет поднята. Пожалуйста, хорошо, высоко. Да, Господь. Иисус está aquí con nosotros ahora. Иисус сейчас с нами здесь. Позволь, чтобы Он тебя коснулся. Un día. Однажды. Un ciego le gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Он кричал, один человек кричал, Сын Давидов, помилуй меня. Y Jesús le dijo, ven, vayan y traigan al ciego. Иисус сказал, приведите слепого. Y trajeron al ciego. И привели слепого. Y lo pusieron delante de Jesús. И поставили перед Иисусом. El mendigo. El mendigo. И он стоял там. Y el rey de reyes. Перед царем царей и Господом Господь. Frente a frente. Лицом к лицу. Jesús sabía que era ciego. Иисус знал, что он слепой. Pero qué le dijo? Но что сказал? ¿Qué quieres que te haga? Что ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Hoy Jesús está aquí. Иисус сегодня здесь. Y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? И он спрашивает тебя, что ты хочешь, чтобы я сделал? Pídele. Скажи ему. Muchas veces nosotros creemos, bueno, Dios sabe. Очень часто мы верим и думаем и говорим, да, Бог знает. Dios me dice, pedí. Бог говорит, скажи, попроси. И получишь. Buscar y hallaréis. Открой уста, скажи. Golpear. Стучи. Y se os abrirá. И ты получишь. Quiere decir que no digas Jesús sabe. Не говори просто Иисус знает. Bartimeo le dijo, tú sabes, no me ves que soy ciego. Bartimeo не сказал, ты что не видишь, я слепой. Pero Jesús le preguntó, ¿qué quiere que te haga? Но Иисус спросил, что ты хочешь? И слепой сказал. Maestro que recibe la vista. Учитель, чтобы мне видеть. Y Bartimeo recibió la vista. И Вартимей получил зрение. Hoy tienes que decirle a Jesús que necesitas. Сегодня тебе нужно сказать, что тебе Dile надо. Jesús, и скажи Иисусу. Mi casa, мой дом. Jesús, mi enfermedad. Болезнь. Jesús, mis hijos, Иисус, мои дети. Они связаны наркотиками. Señor, mi hogar está en crisis. Господь, мой дом в кризисе. Señor, mi cuerpo está enfermo. Господь, мое тело, оно больное. Скажи ему. Скажи это ему. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Но давайте мы с верой будем действовать. Помните, что первый шаг делаем мы. А второй шаг делает Иисус. Если ты не сделаешь первый, не будет второго. Это означает, что тебе нужно верить. Если у тебя есть опухоль, Y ponen la mano sobre tu tumor. Пока, положи свою руку y на опухоль. Que creer que Dios lo va a hacer. Верь, что Бог сделает. Y después búscalo. И потом начни искать ее. Si no podía mover tu pierna, Если ты не можешь шевелить своей ногой, da el primer paso. Сделай первый шаг. Jesús da el segundo. А Иисус делает второй. Y nunca más nadie te va a parar. И никогда не остановится. Никто Pero тебя la не fe. Остановит. Это есть вера. La fe no es razón. Вера – это не понятие. La fe es acción. Вера – это действие. Da el primer paso. Сделай первый шаг. Y Dios da todos los que siguen. И остальное Бог сделает. Jesús está aquí. Иисус сейчас здесь. Pídele. Попроси Его. Pero vamos a actuar con fe. Но давайте будем делать с верой. Tú tienes problema en tu vista. Если у кого есть проблемы со зрением, Sácate los anteojos. Снимите свои очки. Sácate. Снимите. Si tienes un bastón, dáselo a alguien. Если какие-то, если у вас костыли или еще что-то. Yo estuve ahora en Madrid. Я был сейчас в Мадриде. Varias criaturas. Много... Que tenían... Маленькие дети, они были, много было детей глухих. У них были аппараты, и они все это отдали, выложили из своих ушей, положили в руки. Иисус исцелил их. Давайте сделаем первый шаг. А Бог сделает второй. Приготовься для твоего чуда. Давайте поднимем наши руки к небесам. С верой.
Если есть больные здесь. Pide por él, no importa. Если кого-то здесь нет, кто больной, проси за них, не важно. Si está en Japón, pide igual. Если это он кто-то в Японии, не важно. Si está en la China, pide igual. Или он в Китае, проси за него, la не важно. De Dios no se ha cortado. Рука Божья не короткая. Si está en el hospital, pide. Если кто-то в госпитале, проси за него. Dile, Señor, allí en el hospital. Скажи, Господь, там в госпитале. Vamos a orar. Давайте молиться. Vamos a orar ahora con todo nuestro corazón. Давайте сейчас будем молиться всем нашим Padre, сердцем. Piedad, Dios. Отец, прошу твоей милости. Los ojos cerrados ahora. Закройте глаза сейчас. Los sugieres están orando. И все служители молятся. Los colaboradores están orando. Все соработники молятся. Vamos a clamar a Dios. Давайте взывать к Богу. Piedad, Dios. Милость Бога. Piedad. Милость. Piedad. Милость. Piedad, Dios. Милость Божья. Misericordia, Dios. Милосердие Божье. Por tu pueblo. За этот народ. Por tus hijos. На твоих детей. Piedad. Милость. Piedad. Милость. Dios ten compasión. Бог имеет сострадание. Oíme bien, enfermedad. Слушай меня, болезнь. Cáncer. Рак. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Fuera cáncer. Уходи, рак. Fuera. Уходи. Fuera cáncer. Уходи, ahora. Рак, сейчас. Suelta las vidas ahora. Оставь жизни сейчас. Fuera tumor. Уходи, опухоль. Fuera nódulo. Уходи, опухоль. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Ahora, Dios. Сейчас, Бог. Toda metástasis. Метастазы, fuera. Уходите, метастазы. Fuera. Вон. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа Ahora из Назарета. Ahora Dios está arrancando tumores cerebrales. Сейчас Бог исцеляет. Tumores pulmonares desaparecen. Сейчас Бог исцеляет рак легких. Ahora. Сейчас. Астма. Сейчас астма. Espíritu de asma. Дух астмы. Fuera. Вон. Fuera. Вон. Con los ojos cerrados. Закройте глаза, закройте глаза. Los ojos cerrados. Закройте глаза сейчас. Ahí Dios está sanando. Закройте глаза. Астма, te vas ahora. Астма, уходи сейчас. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Ahora Dios toca las columnas. Сейчас Бог коснись позвоночника. Columna desviada. Искривленные позвоночники. Enderezate ahora. Выровняйтесь сейчас во имя. Enderezate ahora. Выровняйтесь сейчас. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса из Назарета. Toda hernia de disco. Toda hernia de disco. Грыжа в дисках. Desaparece ahora. Уходи сейчас. Hernia de disco. Грыжа в дисках. Fuera. Вон. Columna. Позвоночник. Enderezate. Выровняйся. Ahora. Сейчас. Ahora. Сейчас. Toda joroba desaparece ahora. Горб, выровняйся. Toda joroba desaparece ahora. Горб уходит сейчас. Toda columna desviada. Сейчас выравнивается позвоночник. Columna, enderezate en el nombre de Jesús. Во имя Иисуса Христа выровняйтесь. Fuera ceguera. Выходи. Fuera ceguera. Выходи. Fuera miopía. Во имя Иисуса рассеянность. Sal astigmatismo ahora. Рассеянность оставь. Catarata, te vas. Катараты уходят. Sal ahora. Уходи сейчас. Córneas nuevas. Выходи. Retinas sanadas. Новое исцеление. Córneas sanadas. Во имя Иисуса. Ahora. Сейчас. Fuera. Выходи. Miopía. И рассеянность. Ahora, vete. Сейчас. Suéltalas los ojos ahora. Оставь во имя Иисуса. Recibe la vista en el nombre de Jesús. Прими зрение. Espíritu mudo. Не мой дух. Fuera, espíritu mudo. Не мой дух. Espíritu tartamudo. Не мой дух. Sal ahora. Глухонемой был Sal дух. Ahora. Вон во имя Иисуса. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Sigue Dios tocando las varices ahora. Бог касается расширения вен. Dios está sanando las varices ahora. Бог касается расширенных вен. Ahora las úlceras se secan. И расширенные вены исцеляются. Las úlceras se secan ahora. Во имя Иисуса. Fuera, flebitis. Уходи, диабет. Fuera. Выходи. Dios está haciendo curvatura a los pies planos. Сейчас Бог исцеляет подошвы ног. Dios está плоскостопие. Haciendo curvatura a los pies planos. Плоскостопие ног. Dios está. Бог сейчас. Sanando los pies torcidos. Искривляет искривленные ноги. Исцеляет искривленные ноги. Остеопорозис. Остеохондрит. Fuera. Вон. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Бог исцеляет. Las caderas ahora. Цепи сейчас. Las caderas. Цепи сейчас. Las caderas está siendo sanada. Разрушаются. Ahora Dios estira las piernas cortas. Бог сейчас выравнивает ноги. Dios está sanando las piernas ahora. Выравнивает ноги. El fuego de Dios toca tus piernas ahora. Огонь Божий касается твоих Fuera, ног. Fuera parálisis. Уходи, паралич. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса. Sigue tocando, Señor. Продолжает касаться ahora Господь. La diabetes se va. Диабет уходит. Diabetes te vas ahora. Диабет, уходи сейчас. Глаукома te vas ahora. Аскома уходит. Señor, riñones nuevos. Господь, новые почки. Riñones del cielo para ellos. Новые почки с неба. Corazones del cielo para ellos. Новые сердца с неба для них. Ahora estómagos del cielo para ellos.
fuego. Господь, сейчас с неба для них. Ahora del cielo. Господь, с неба сейчас. Ahora. Сейчас. Панкреатитис te vas. Панкреатит уходит. Fuera панкреатитис ahora. Воспаление поджелудочной железы. Ahora te vas. Ты уходишь. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Nadie toca, no lleven a los que caen, déjenlos. Не дотрагивайтесь до тех, кто падает. Бог касается. Sigue tocando Dios Бог ahora. Касается сейчас. Sigue tocando los cuerpos Бог продолжает касаться болезненных тел. Закройте глаза. Закройте глаза. Бог сейчас, сейчас здесь. Бог касается Бог. Бог исцеляет сейчас. Коснись. Коснись. Касайся Бог. Ahora, сейчас. Артритис, артрозис. Артрит уходит. Fuera. Вон. En nombre de Jesús de Во имя Иисуса Христа из Назарета. Señor, la enfermedad de la piel ahora. Господь, болезни ног. Dios está sanando la piel enferma ahora. Бог исцеляет болезни ног. Dios está sanando la piel enferma ahora. Бог исцеляет болезни ног. La psoriasis, la cirrosis. Dios. Во имя Иисуса. Dios está tocando Бог ahora. Касается сейчас. Ahí está Dios sanando. Бог исцеляет. Los que sufrieron accidentes. Те, кто страдал, попал в аварию. Los que sufrieron accidentes. Кто попал в аварию, Dios va a reconstruir Бог восстановит lo que el accidente destruyó. То, что было разрушено аварией. Ahora, Dios. Сейчас Бог Ahora. Сейчас Reconstruye huesos. Восстанови кости, Tendones, músculos. Восстанови сухожилия, Las мышцы. Consecuencias del accidente desaparecen ahora. Последствия аварии уходят Ahora. Сейчас. Сейчас Dios te sana. Бог исцеляет lo que el accidente destruyó. Все, что было разрушено в аварии, Dios lo está reconstruyendo ahora. Бог сейчас восстанавливает сейчас. Вот сейчас Ahora, los huesos Ahora. Новые кости. Dios está sanando los huesos ahora. Бог исцеляет кости. Crujen los huesos ahora. Исцеляет, выправляет Ahí кости. Está Dios sanando los huesos. Бог исцеляет кости. Codos. Локти. Tobillos. Колени. Rodillas. Колени. Están siendo sanadas por Dios ahora. Бог исцеляет сейчас. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса Христа из Назарета. En el nombre de Jesús de Nazaret. Во имя Иисуса из Назарета. Señor mío. Господь, ahora, пошли сейчас. Todo problema cerebral, Господь, все проблемы церебральные уходят сейчас. Desaparece ahora. Уходят сейчас. Mate Parkinson, Alzheimer. Болезнь Паркинсона, уходи. Fuera. Вон. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Por tu palabra, потому что Слово. Las neuronas están siendo reconstruidas por Dios. Она восстанавливается. Dios Слово reconstruye las neuronas ahora. Бог восстанавливает ahí нервы. Está la mano de Dios. Бог восстанавливает нервную ahí está, систему. Ahí está, вот ahí está, сейчас, ahí está. Здесь, сейчас. Ahí está, Бог, toca, toca, Бог toca, касается, toca, toca. Касается, касается. Бог касается, касается. Касается и касается. Касается. Касается Бог сейчас. Касается Бог. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Не переживайте за тех, кто падает. Не трогайте, пожалуйста. Не трогайте сейчас. Вот рука Божья. Вот рука, принимай. Принимай здоровье, 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 здоровье. Здоровье от Бога. Во имя Иисуса Христа из Назарета. 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 Спасибо, Господь. Por tu palabra. Твоим словом. Ha sido hecho. Все было сделано. Lo reciben ahora. Принимают сейчас. Por las llagas. Всякое ярмо. Por las llagas. Всякое ярмо. De Jesucristo. Всякая жажда Иисуса Христа. Vosotros fuisteis sanados. Чтобы те, кто жаждали, кто имели ярмо, чтобы Amen. Были исцелены. Аминь. Amen. Amen. Y amén. Y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Дайте большие аплодисменты Господу. Делай то, что ты не мог делать раньше. Начните делать то, что мы не делали раньше. Если не могли нагинаться, нагнитесь. Все, что вы не могли делать раньше, проверьте себя. Не могли поднять ногу, поднимите. Если не могли ходить, начни, попробуйте пойти. Сделайте то, что не могли сделать. Позвольте Иисусу исцелять. Аминь. Посмотрите еще. Vamos a dar un aplauso al Señor por lo que él ya hizo. Давайте дадим Господу аплодисменты за то, что Он уже сделал. Ahora usted que tenía problemas. Теперь у кого у вас были проблемы с глазами, вытрите сейчас свои глаза, протрите. Протрите свои глаза. Протрите. Если вы были глухим, вытащите оттуда все, что у вас там лежит в ушах. Аминь. Хорошо. Сейчас одну минуту.
Вы проверили себя? Tenía un tumor. Если опухоль, búsquelo. Найдите ее. Tenía una hernia. Если была грыжа, поищите. Если no podía agacharse, agáchese. Все, что не могли нагнуться, нагнитесь. No podía saltar, salte. Если не могли прыгать, попрыгайте. Ya no hay más dolor. Agáchese, en el nombre de Jesús. Больше нет боли. Не смотрите, попробуйте, sin проверьте sin себя. Sin без страха, без страха. Haga lo que no podía hacer antes. Сделайте то, что не могли раньше. Ahora, míreme un segundito. Сейчас, одну секунду. ¿Cuánto sintieron? Кто из вас почувствовал? El toque sanador de Jesús en su cuerpo. Прикосновение Иисуса к вашему телу, что Бог коснулся вас и исцелил. Поднимите свою руку, если вы почувствовали, что реально Бог исцелил вас. Поднимите руку, кого Бог исцелил и коснулся. Давайте сейчас что-то сделаем. Держите свою руку высоко. Если вы почувствовали, что Бог вас исцелил, покажите, сделайте вот так мне свою руку. Если Бог исцелил вас, придите сюда вперед. Придите сюда. Если вы почувствовали, что Бог вас исцелил, держите вашу руку вверху и придите сюда вперед. Не бойтесь, приходите, не задерживайтесь. Проходите сюда вперед. Если вы почувствовали, что Бог вас коснулся и исцелил. Если только те, которых Бог исцелил. Которые почувствовали, что Бог вас исцелил. Давайте поблагодарим Господа. Если вы почувствовали исцеление Божье. Если Бог вас исцелил. Давайте что-то сделаем. Лежала в больнице, хотела, чтобы там ее как-то пролечили, но ничего не происходило. И вот сегодня она пришла на молитву, и она уже ходит без палочки. Она может сейчас это все продемонстрировать. Она сама, смотрите, это Господь сделал. Она пришла сюда, не могла дальше ходить, и теперь она может без палочки двигаться. Я хочу спросить, кто это сделал? Это Господь сделал. Воздайте славу Ему. Библия говорит, что мы видим Бога через дела Его творения. И тогда мы воздаем Ему славу, когда видим, что Бог действительно исцеляет сегодня жизни и здоровье людей. Вот перед вами Женя и Наташа. У Наташи болела шея, и она не могла повести головой вот так вправо и влево. Ее коснулся Бог на этом служении, и теперь она спокойно крутит головой вправо и влево. У Жени была гепатит С был. Он сегодня пережил исцеление от Бога, его печень больше не болит, он чувствует легкость в его печени, и мы воздаем славу нашему Богу. Бог действительно исцеляет неизлечимые болезни. Вся слава Господу, Бог живой. А сейчас я хочу вам предоставить Валентину. У нее были поломаны пальцы на ногах. Она не могла вообще становиться. И теперь, смотрите, она пришла на это служение. Она сюда не могла вообще дойти. Пришла сегодня, и сейчас молились за нее. По всему телу шел жар. И вот она может вам это продемонстрировать. Пожалуйста, покажите, что сделал Господь. Она может прыгать. Воздайте славу нашему Господу. Только Бог может так делать. Вы благодарны нашему Иисусу? Да, да. Воздайте громкие аплодисменты нашему Господу, потому что только Бог может Он так касаться, всеминутно делать исцеление. Танцуйте во славу Господа! Аллилуйя! Этого человека зовут Генрих. Он пришел сюда с болью в ноге, он не мог пошевелить ногой. Сегодня он шевелит ногой спокойно и может даже попрыгать. Слава Господу! Вся слава только Богу! А сейчас я хочу представить вам Юлию. У нее была проблема со спиной. Это грыжа на спине, вот позвоночником. Она вообще не могла наклоняться, не могла поворачиваться. Это были очень сильные боли. И когда здесь была молитва, у нее просто жар был по всему телу. И сейчас она может наклоняться. Она сейчас вам это продемонстрирует. То, чего она не могла делать. Юлия, ну давай, поворачивайся.
радуйся, танцуй и показывай, как наш Бог великий. Воздай ему славу. Можно я еще скажу? Два дня назад у меня мочеполовая система, как бы у меня все ныло, ну, болело, и меня Господь исцелил на служении. Люди, Господь исцеляет. Все, слава нашему Господу! Иисус когда-то сказал: «Я вижу Отца творящим». Мы сегодня говорим так же. Мы видим Отца творящим. У нее был артрит, она не могла присесть. Сегодня она спокойно присаживается на корточки. У нее было давление, сегодня этого нет. Бог исцелил ее. Тамара, Бог исцелил тебя. Скажи. Аллилуйя! Богу. Слава Богу, воздайте ему славу. Бог действительно творит чудеса. А сейчас я представляю вам Татьяну. Она хотела сильно попасть на это служение, но у нее плоскостопие, и она вообще не могла остановиться на пятки, не могла, в общем, приехать сюда. Но в последний момент согласилась быть на этом служении. И сейчас вот он просто слезы на ее глазах. Она может двигаться, она может ходить, пожалуйста. Это она демонстрирует сейчас, смотрите. Она прыгает. Кто это сделал, скажите. Смотрите, что делает. Ой. Вот это радость, действительно, когда человек получил такое исцеление, он не может стоять на ногах. Слава нашему Господу, воздайте ему славу. Благодарю Господа, благодарю. У меня слезы радости, что я исцелена. Аллилуйя. Самый важный орган человека – это сердце. Наташа пережила исцеление, у нее больше оно не болит. Она пришла сюда с болью в сердце. Сегодня этой боли нет, и мы благодарим нашего Бога. Наташа, прославь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это чудесное исцеление. Пусть будет прославлено Твое святое имя. Аминь. А сейчас я вам представляю Славика. Он не Донецкая область, он приехал из города Кировограда, потому что у него с детства были проблемы с глазами. Он не мог видеть, и когда он услышал об этом крусейде, он принял решение быть сегодня на этом месте. И сейчас он говорит, у него была просто пелена, и сейчас он резко стал видеть, вот просто людей, видеть предметы. Это так? Да, слава Богу. Кто это? Иисус Христос. Воздайте ему славу великую, когда Бог дает нам зрение, это воистину слава Божья. Громкие аплодисменты. Спасибо, Славе. И нет предела Божьим чудесам. Татьяна, добро пожаловать. Бог творит чудеса. Таня получила исцеление, она видит лучше. Она пришла сюда с плохим зрением, сегодня она стала видеть лучше. Расскажите, как вы пережили это? Как пережила. Яркость появилась, увидела, сейчас уже далеко вижу. Все это сделал Бог. Ему вся слава. Только Богу вся слава, ибо Он один достоин. Спасибо, Таня. Сейчас я представляю вашему вниманию Риму. У нее целый год была проблема с желудком. Это были сильные боли, был панкреатит. И она пришла на этот крусейд сегодня с сильной болью. Просто не могла терпеть. Это было справа, да? Была справа сильная боль. Слева. Слева была вот сильная боль. И сегодня, когда начали молиться, она просто услышала, как Бог прикасается к ее телу. Сейчас скажите, есть у вас эта боль или нет? Нету. Эта боль ушла, и еще у вас еще одна была проблема. Таз у кого-то. И когда Карлос говорил, что таз становится на место, у нее просто начали двигаться позвоночники, начало это движение. И сейчас вы можете это продемонстрировать. Покажите, как вы двигаетесь. Вы можете даже танцевать, Рима. Кто это сделал? Да, Господь. Господь сделал такое чудо в жизни Римы. Воздавайте ему славу великую. Он достоин великой славы. Рима, проходите. Еще один удивительный случай. Алла попала в аварию несколько лет назад. 2 года назад. И у нее была травма руки. Она не могла ей пошевелить. Она не могла сделать вот так, она не могла ее поднять. Сегодня она исцелена. Сегодня она говорит, что молилась с верою. Алла, покрути рукой. Сделай вот так, прославь Бога. Ты можешь теперь 2 руками это делать. И что самое важное, она молилась с верою. Нам необходима наша вера, братья, сестры. Нам нужно верить, что Бог по-прежнему нас любит, невзирая на лица и наши прошлые дела.
прославим Бога. Аллилуйя! Бог достоин хвалы. Сейчас я хочу представить вашему вниманию Виктория. Она тоже не с нашей области, она приехала с Запорожской области. У нее 3 года была проблема в ее жизни, правильно? 3 года это у вас продолжалось. Были сильные боли в почках, и особенно вот последние 2 недели это просто усилилось. И сегодня, когда она приехала на это служение, когда началась молиться, молитва, все эти боли начали уходить. И еще одна проблема была, это просто ноги, она сильно, подошвы очень, боли были в подошвах. И сейчас вот она может хорошо ходить. Пожалуйста, Виктория, продемонстрируйте, как вы можете ходить. Слава нашему Господу, это действительно Ему слава. Вы благодарны Ему? Очень благодарна я Ему. Слава нашему Господу. Спасибо. Спасибо, пусть Бог благословит вас. Бог открывает очи слепым и тем, кто плохо видит. Добро пожаловать. Это Наташа, ее зовут Наташа. Она благодарит Бога за то, что Бог открыл ей глаза, помог ей видеть лучше. У нее была врожденная дальнозоркость. Бог исцеляет от врожденных болезней. Расскажите, Наташа. К Богу, и я верю, что сегодня, как вот явное, я получила исцеление по зрению, точно так же я верю, что и внутренние мои какие-то пожелания сейчас исполнены, сейчас я исцелена полностью. Аллилуйя, вся слава Господу. Слава нашему Господу за все чудеса, которые здесь происходят. А сейчас я хочу представить вам Елену. У нее остеохондроз, и у нее были сильные боли не только в шее, но полностью по всему позвоночнику. Она не могла шею поворачивать ни налево, ни направо. И когда здесь началась молитва, вы просто почувствовали жар. Так, Елена? И теперь вот Елена может быть продемонстрировать, как у нее шея может быть поворачиваться. Вот смотрите. Она до этого не могла сделать вот такое. Было очень больно. И скажите, кому вы воздаете славу? Великому сильному Богу. Воздайте вместе с Еленой эту великую славу. Пусть Бог благословит вас. Володя, добро пожаловать. Володя когда-то упал с высоты, и у него была травма позвоночника. Сегодня Бог коснулся его. Бог коснулся его. Он восстановил его позвоночник. Володя, покажи, как ты можешь делать без боли. У тебя болит что-нибудь сейчас? Болит что-нибудь? У тебя болит что-то? Ничего не болит? Прославляем Бога. Мы прославляем нашего Бога. Здесь человек ни при чем. Здесь вся слава Богу, люди. Тут только Бог. И мы Ему воздаем славу. И Ему говорим спасибо тебе, Иисус, за все, что здесь происходит. А сейчас я хочу представить вам Михаила. Он приехал из города Бердянска, потому что 6 лет назад он получил травму. У него здесь были сильные боли. И сюда он ехал на этот крусейд с сильными болями. И сейчас, когда молились за него, вы просто почувствовали легкость, облегчение, и вы начали хорошо ходить. Так, Михаил? Да, аминь. Вам плохо было ходить. Кто это сделал? Иисус. Давайте вместе воздадим Ему славу. Смотрите, как Он может прыгать, и до этого Он не мог это сделать. Люба, подойдите сюда. Здесь, я бы сказал, уникальный случай. У Любы была опухоль после операции. Она была ощутима, ее было видно, она просто была. Сегодня Люба говорит, что ее нет. Я так понял? То есть вы, когда молились, вы получили исцеление, пощупали, и опухоли нет. Нет опухоли. Слава Богу. Братья, слава Богу. Слава Богу. Опухоли нет. Опухоли рассасываются. Бог великий. Наш Бог великий. Дорогие друзья, еще одно чудо. Знаете, Бог не останавливается. Когда вы здесь на этом месте, принимайте от Него, потому что вы видите, какое движение. Клавдия Ивановна, ей поставили диагноз, вообще сказали, нельзя наклоняться. И сейчас она будет демонстрировать то, что сегодня сделал Господь. Она не могла сюда дойти. Покажите, Клавдия Ивановна, что вы сейчас можете делать? У вас был больной позвоночник. Нет, вы продемонстрируйте сейчас, как вы можете наклоняться.
погоди, покажите. Вот Клавдия Ивановна не могла этого делать. Она не могла наклоняться. Ногами она не могла шевелиться. И теперь смотрите, какое чудесное аэробика. Воздайте Богу славу. Бог не останавливается. Он творит новые чудеса. Спасибо, Клавдия Ивановна. Я понимаю, что вы теперь можете танцевать. Слава нашему Господу! Аллилуйя!